старые мелодии в новой обработке, классические композиции и импровизации шымкентского джаз-бенда. Музыканты Шымкента в составе джаз-квартета «Город солнца» решили возродить джазовые вечера после пятилетнего перерыва. У городского музыканта Бахыта Есеркепова в джазе своя история. Музыкант считает, что зрители готовы вернуться к классическому музыкальному оформлению своей жизни. Да не то, что время пришло. Наскучило, наверное, просто какие-то попсовые там. А это есть все-таки классика. Джаз, оно красиво, приятно слушать. Ну, мне нравится, по крайней мере, я хоть и самодеятельный музыкант, но мне нравится, и вот спасибо вот ребятам, подтянули, как-то собрались и решили. Вот дядь Булат приехал, Мустаев с Ташкента, вот он наш мэтр, честно говоря, мы на него как-то, он нам всю информацию, всю, как подача, все, все в музыкальном плане объясняет нам дядь Булат, и знаешь, как-то, ну, очень приятно осознавать, что что-то получается такое, иногда приятное такое, хорошее. Для того, чтобы джазовые концерты получились полноценными, музыканты пригласили мэтра джазовой музыки Булата Мустафаева. Булат в Шымкенте частый гость, а саксофон для него вся жизнь. Музыкант даже затруднился ответить, насколько больше полувека он играет на саксофоне. Говорит, что это для него все. Мне нравится публика, во-первых. Хочу шымкентцев всех поздравить с Новым годом. Шымкент – зритель благодарный, ценитель хорошей музыки. Шымкент любит джаз. Поэтому я частый гость здесь. Часто я играю здесь. А зачем нам стадионы? Красивых людей много не бывает. Зачем нам стадионы набивать? Джаз — это для моей личности, для моей жизни, ну почти что все, да. Кроме внучек, кроме там. Все. Да, да, это правда, это оно так и есть. Я просыпаюсь джазом, засыпаюсь джазом. Во сне джаз вижу, играю. Это же прекрасно. Объединяет эта музыка все-таки людей, объединяет и делает их более друг другу понятливыми, понимаете. Какое-то благородство вот появляется. Ну, джаз – прекрасная музыка. Джаз любите, джаз уважайте, цените, и джаз вас тоже будет любить. В джазовых импровизациях и сейшенах готовы принять участие многие знаменитые вокалисты и музыканты Шымкента. В самом джаз-квартете уверены, для возвращения джаза на международный уровень, для проведения фестиваля у города уже есть такой опыт, понадобится совсем немного времени. Главное – желание и наличие зрителей, а они есть.